Всем привет! Монстры в видеоиграх обычно выступают в роли наших вечных противников, с которыми приходится сражаться всеми доступными способами. Но что если мы сами возьмем на себя роль этих немыслимых существ? Многим эта идея очень понравилась, и на канале я даже сделал целую серию топов, в которых мы играем за монстров. Но все эти собранные игры были либо на ПК, либо на консоли. И чтобы, как говорится, охватить тематику в целом, в данном ролике мы рассмотрим игры на Android, в которых мы можем поиграть за самых разнообразных эпических существ, сеющих хаос и разрушение на просторах игровых локаций. Десятое место. Crazy Chinese Monster 2018. Симулятор воинственного орка с забавной походкой. Иногда кажется, что наш герой просто играет на гармошке, а оружие в руках оказалось совершенно случайно. Полигон наших действий – некий городишко, где по улицам гуляют роботы, захватившие город и, видимо, похитившие его жителей. Наш доблестный орк, размахивая булавой, бросает вызов своим врагам и нещадно истребляет захватчиков. В распоряжении главного героя есть несколько скиллов, которые мы можем использовать. Впрочем, самым эффективным оказалось огненное дыхание, поражающее врагов на очень большом расстоянии. Помимо роботов, в игре попадаются халки, видимо, перешедшие на сторону зла. Но нашему другу все нипочем. Он готов восстановить справедливость и очистить город от злобных захватчиков. Девятое место. Monster Unlimited. Бывает так, что монстры не всегда вызывают панику у людей, но в этой игре за такое равнодушное отношение к монстрам следует жестокое наказание. Наш герой мал да удал. Облаченный в шипастую броню, он перемещается по локациям и превращает в фарш зазевавшихся людишек. Конечно, некоторые умные NPC понимают, что им грозит опасность, и начинают суетливо бегать. Но это в конечном счете не спасает, и на улицах города продолжается кровавое безумие. В целом, суть игры состоит в том, чтобы за отведенное время набрать как можно больше очков, разрушая окружающие предметы и снося зазевавшихся пешеходов. В игре есть 4 локации. Первая открывается сразу, а вот за доступ к остальным придется посмотреть небольшую рекламу. Восьмое место. Ultimate Sea Monster 2016. Эта игра переносит нас в просторы океана, где мы играем за древнего морского монстра, который, видимо, проголодался за долгое время пребывания в анабиозе и теперь готов полакомиться различной плавающей живностью. В первую очередь в пасть к нашему морскому чудищу попадают неосторожные ныряльщики, или ныряльщицы, посмевшие заплыть на территорию обитания нашего героя. Также наш монстр не прочь полакомиться дельфинами и моряками, чьи кораблики мы будем с легкостью разрушать, сбрасывая в воду вкусную ням-нямку. Ну и конечно же нам придется сражаться с более сильными противниками, такими как касатки и прочие древние обитатели, которые тоже, видимо, выплыли из анабиоза и теперь пытаются уничтожить своих конкурентов. Седьмое место. Wild Zombie Online. Все мы помним, насколько уродливыми творениями зоны были слепые псы из игры Stalker. Приходилось их нещадно отстреливать, слушая жалобное скуление раненых собак. Но вот настал реванш, и на арену выходит зомби-пес, который начинает свою охоту в компании своих братьев по разуму. Играем мы, конечно же, не в зоне отчуждения, а в неких прериях, где нам попадаются различные животные, на которых мы и будем охотиться. На просторной локации вам могут попадаться как ваши союзники-псы, так и остальные животные, за которых играют другие игроки. Наш зомбопес может использовать как обычную атаку, так и усиленную. Но главная фишка – это прокачка уровня персонажа и превращение в более совершенную форму зверя. Впрочем, на первых уровнях это не спасает. Шестое место. Monster Craft 2. В этой игре мы не просто играем за монстров, тут мы будем их создавать, как говорится, из пробирки. Для начала нам дадут 2 зеленых монстриков, ну а дальше дело техники. Создаем монстров, выпускаем в бой, зарабатываем очки, на которые снова создаем монстров. От простых зеленых до продвинутых красных.
Каждый монстр обладает уникальным навыком, который так или иначе будет решать исход битвы. Что касается боевой системы, то тут все предельно просто. Как только мы создали наших бойцов, мы можем их расставить в определенном порядке и выпустить в битву. В боевом режиме от нас практически ничего не зависит. Монстры сами маршируют вперед и атакуют врага. А нам лишь остается наблюдать за процессом и надеяться на победу. Успех в игре зависит от правильной компоновки отряда с различными полезными скиллами. Пятое место. Monster Evolution. Симулятор Годзиллы, которая выходит из пучины морской и начинает сеять хаос и разрушения в близлежащем городе, на берегу океана. Дома и машины разлетаются в щепки, и, казалось бы, ничто не может остановить нашего шагающего монстра. Но через полторы минуты прибывает армия и пытается дать отпор громадной хищнице, что, конечно же, не всегда получается. На первых уровнях Годзилла уничтожает армейские подразделения без особого труда. В нашем распоряжении есть пара скиллов, помогающих приносить еще более грандиозные разрушения. Первый скилл выпускает смертоносный луч из пасти, а второй позволяет разогнаться как следует и протаранить объекты на своем пути. Скиллы имеют количественный запас, который пополняется путем сбора значков радиации. По мере продвижения мы будем открывать новых, более сильных монстров, а также новые уровни, где нам будут противостоять усиленные армейские подразделения. Четвертое место. Age of Monster. Игра, не обладающая трехмерной глубиной, но тем не менее приносящая массу позитива непосредственно от самого процесса прохождения. Тут, как и в других играх в топе, нам дают монстра и, собственно, жалких людишек, которых мы будем смачно прикладывать дубиной и раскатывать словно огромным катком по земле. Помимо простых солдат, тут можно крушить автомобили, самолеты и другую военную технику. Ну а в конце уровня нас ждет встреча с боссами. Если планомерно сеять разрушения и собирать очки, иногда будут открываться бонусные уровни. Ну и конечно же циклоп, за которого мы играем сначала, не единственный монстр в игре. По мере продвижения нам откроются мистер обезьян, бог Анубис, воинственное дерево и какой-то рогатый козел. В целом, довольно простая, но увлекательная игра за монстров. Третье место. Разрушитель городов. Симулятор монстра, где мы играем за матерого гамадрила и других гигантских тварей и отбиваемся от назойливых вооруженных сил, стремящихся, естественно, сократить популяцию разрушителей городов. Впрочем, нашим героям есть чем ответить, и делают они это со всей своей монструозной дурью. Монстров можно улучшать, прокачивая разнообразные перки, а по мере наведения в городе большого шухера мы получаем звезды, как в GTA, и с каждой новой звездой нас начинают атаковать все сильнее. На радаре отмечены точки задания, а также здания, из которых выпадают аптечки, ну и собственно наши враги. Необходимо разрушать промышленные объекты, наподобие атомных станций, что как бы намекает нам на то, что рано или поздно у природы закончится терпение, и она возьмется за дело. Только вот от радиационного заражения хуже станет всем. Ну да ладно, опустим этот момент, в целом вполне играбельно и монструозно. Второе место. I am Monster. Тут нас, как и во многих играх в топе, снова забрасывают в город, снова дают под управление монстра, ну а наше дело сеять хаос и разрушение, получая за это очки бесчестия. Что радует глаз, так это приятная картинка, только стоит запастись устройством помощнее. Игра довольно требовательна к ресурсам. У каждого монстра в игре есть три скилла, которые периодически можно использовать вперемешку с обычными атаками. Скиллы имеют время отката, поэтому лучше их использовать с умом. Сама система боя проста. От нас не требуется вести монстра по городу, он это делает сам. И сам же атакует обычными атаками. А решающее значение имеет своевременное применение скиллов. Ну и собственно прокачка персонажа. В игре мы можем улучшать такие параметры, как максимальное здоровье, урон от обычных атак и урон от скиллов. Также в игре мы получаем кристаллы, используемые для модернизации монстров, которых тут можно собрать целый отряд.
Первое место. Monster Simulator Trigger City. Игра, в которой действительно очень большое разнообразие монстров, а сам процесс разрушения доставляет массу удовольствия. Основная цель игры — за отведенное время создать как можно больше хаоса, разрушений и набрать как можно большее количество очков. Здесь присутствуют 6 локаций, доступные сразу же после начала игры. Сперва нам необходимо выбрать нашего монстра, затем локацию, и можно начинать веселье. На уровнях мы не используем каких-то особенных скиллов, у нас всего лишь одна основная атака. Но и этого вполне хватает, потому что противников в игре как таковых нет, а все, кто увидит нас в зоне видимости, с истошным криком убегают прочь. Тут-то ты чувствуешь истинное превосходство монструозных созданий над простыми смертными. Отдельно стоит отметить разрушаемость объектов. Тут мы можем ломать деревья, заборы, сносить дома и разнообразные постройки, взрывать бочки с горючим, разносить в пух и прах вообще все, что можно разнести. При этом физика объектов не страдает и выполнена довольно-таки хорошо. Да, конечно, в игре присутствует некая мультяшность, но это все идет ей, по-моему, только на пользу. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, информация из ролика оказалась для вас полезной. Пишите комментарии, ставьте лайки, если понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Джеймс, всем удачи и до встречи в новых видео.